Всем привет! У микрофона Велин! Ну и что, ребятушки, 4 годика стендов от бабахала. Мы все знаем, что выйдет патч с каким-то интересным обновлением. И вот, ребятушки, на сервера Stendhal 2 загружает новые пакеты. Конечно же, мы их перехватили, чтобы вам дать самую достоверную, самую сочную инфу. Напоминаю, пацаны, все, что мы перехватываем, оно все сбывается. Получается, ну потому что мы реально нашли способ, как перехватить пакеты, все дела. И сейчас мы посмотрим, что же добавит наш любимый стендовчик. Собственно, с вас лайк, подписка на канал с колокольчиком за такую оперативность, ребята. Ну что, let's go, let's get it. Итак, начнем мы со стикеров. Ну, типа сверху вниз, то, что в пакеты добавляют. Let's go, let's get it. Погнали. Смотрим. Первый стикер брик. Окей, пошли стикеры, стикеры грейп, стикеры там хамви, стикер пицца. Но, что самое забавное, добавят теперь стикеры карт. То есть стикер провинция голд, стикер раз металлик, стикер сэндстоун голд. И, ребятушки, стикер сектор B и стикер таргет. Заостряем внимание, а потом я к нему подойду. Стикер зона и стикер зона 9 колор. Короче, ребятушки, как мы видим, добавят стикеры карт. Но, что самое интересное, что за стикер сектор B и что за стикер таргет? Ребятушки, возможно, это отсылочка на новые карты, которые нас будут ждать. Это сектор B и таргет, потому что в, как бы, в столбике с картами, то есть с провинцией, с растом, с энстоуном, зона 9, есть еще и стикеры сектора Б, стикер таргет. Ребятушки, ну-ка напишите мне в комментариях, что вы думаете. Мне кажется, что какие-нибудь, может быть, карты для командных боев. Может быть, даже целая полноценная карта для, ребятушки, для закладки бомбы. Это будет очень интересно. Очень хочу новые карты, капец. И, возможно, карта сектор Б. Ну, возможно, сектор Б это будет для командной битвы. А вот таргет, возможно, что-то нам интересненькое. Эксельболт подготовили для закладки бомбы. Окей, вы как бы окей, есть, поняли, зафиксировали. Теперь, что я точно не ожидал, так это новый пас. 4 years gold pass нас ожидает, ребятушки. Пас, как бы мы можем купить gold pass, все дела. И погнали, медалечку нам дают. И погнали, чармы. Чармы еще не доработаны, видите. 4 years 1, 4 years 2, 4 years 1. Вот это уже стикеры пошли. 4 years 2, 4 years 3. Вот, но, наконец-то, мы переходим к скинчикам на пушечке. И я вот нисколечки, нисколечки как бы не думал, что как бы будет у нас на АКР 12. А хотя как бы самое время добавить новых, как бы скинов на АКР 12. АКР 12 фуирс, чуваки, натуре нормально. На М16 у нас есть фуирс. Что у нас еще? На МП5 фуирс. Ну как бы на МП5 как бы, ну пусть будет. На ЮМ45 у нас есть, чуваки. На П350 у нас есть, прекрасно. И дальше, чуваки, доделывают. То есть эти пакеты еще догружают. Что это значит? Что у нас будет новый пас, что у нас будут новые стикеры, что у нас будет вот эта вся новая офигенная тема. Также мы ждем новый режим, который очень часто у нас уже промелькивает в нашем инфополе. Ребята, очень часто промелькивает в инфополе новый режим. Называется как наводнение. Не знаю, точно ли это будет прям наводнение, но хз. И, конечно же, две новые карты. Я надеюсь, то, что это прям будут новые карты. То, что это они не просто добавили эти стикеры в столбец со стикерами карт. Ну вы поняли меня, я очень сильно на это надеюсь. И что мне очень нравится, конечно, там помимо чармы стикеров, наконец-то на КР-12 и на М16 завезут новые классные скинчики. И, конечно же, чуваки, это все будет дополняться. Будет ли новый нож, тоже интересно. Но, как мы знаем, то, что на Туирс новых ножей не завозили. Там были типа АКР, там Туирс, АВМ, Туирс. Ну, конечно же, этот батл пас может быть не исключение, и тут не будет ножей, но, ребятушки, собственно, есть над чем задуматься. Не забываем, чуваки, вот за такую оперативную информацию мне кучу лайков, подписок на канал с колокольчиком, ведь угадайте, у кого вы увидите обновление самыми первыми, чуваки. Если вообще хотите быть вот в курсе всей этой движухи, с обновлениями и так далее, сразу колокольчик прожимайте, вы точно не ошибетесь. Ну и что, у микрофона был Веля, спасибо большое за просмотр. 4 годика, 4 годика пас и так далее, новые скинчики, новые стикеры и чармы к нам подлетают. Если что, вдруг там какие-нибудь новые ножи будут, обязательно вас оповещу. Спасибо большое за просмотр, всем удачи, скоро обновление, обалдевого обновления. И, ребятушки, держим руку на пульсе, всем пока!